Здравствуйте, восхитительные, замечательные люди. Я и Рассвет встречаю вас в новом дне. И я вижу, что вы уже меняетесь к лучшему. Многие полезные привычки вошли и трансформируют вашу жизнь. И сегодня мы поговорим про очень важную тему. Это режим дня. И, безусловно, это влияет на наше здоровье, на наш эмоциональный настрой, на нашу наполненность и физическое состояние. И если говорить по порядку, то важнее всего это, конечно, ранний подъем и ранний отход ко сну. Чтобы сделать ранний подъем? Идеально, конечно, его сделать с 4 до 6 утра. Зимой время это немножечко может сместиться на час, тогда, когда встает солнышко. Тогда начинает просыпаться наш организм. Как проще всего встать нормально в это время, это спать в хорошо проветриваемом помещении, так, чтобы был свежий воздух. Можно спать с открытыми форточками. Даже зимой, поверьте, это не так страшно, как может показаться. Хорошо спать в темноте, потому что именно в темноте вырабатываются определенные гормоны, и это тоже важно. И если прозвенел будильник, и вы начинаете вставать, не засыпайте второй раз. Потому что это уже там не работает определенный процесс, и вы толком не высыпаетесь, а получается просто какая-то расход энергии, и время уже уходит. Хорошо, если вы встали, сделать несколько шагов, чтобы организм проснулся. И замечательно с утра выпить 1-2 стакана свежей воды. Превосходно будет туда добавить сок лимона для отщелачивания и запускания определенных процессов. Я вообще считаю, что по нашему обязательству пить воды, большинство воды нужно выпивать в первой половине дня. Это благоприятно для нашего организма. Дальше завтрак. Завтрак лучше делать где-то с 9 до 10, потому что в этот момент просыпается желудок, желудочный сок лучше вырабатывается, и такой более плотный и хороший завтрак лучше совершать именно в это время. Если хочется прям есть, то тогда стоит выпить смузи фруктовый, овощной, замечательный зеленый коктейль, это вообще целый кладезь аминокислот, которые помогают усваиваться всем необходимым микроэлементам в нашем организме. Я прям настоятельно рекомендую пробовать эти вещи. Это дело сейчас вообще очень легко и доступно, и несет огромную пользу для нашего организма. Обед лучше делать тогда, когда солнце находится на пике своей активности, когда оно помогает нашему организму в процессах, которые происходят, например, в пищеварении, в пищеварительном тракте. Это лучше всего с часу до двух, чтобы был обед. Но ужинать лучше всего до 6 часов. Это, наверное, мне классика жанра. Все потому, что после 6 солнце теряет свою силу, и получается, что пищеварительные процессы происходят уже не так активно, и пищу нужно полегче, попроще, лучше овощи, и с помощью которых уже организм, желудок сможет переварить их полноценно. Отходить ко сну лучше всего с 8 до 10, потому что в этом случае вам хватит 8-часового полноценного сна, причем в определенные часы гормоны вырабатываются намного сильнее, и это будет намного активнее и лучше. И вы спокойно можете встать в 5 утра, и это будет очень полезно для вашего организма, и это будет прям бодрый заряд энергии и всего такого. Также, в общем, самое главное в режиме дня, наверное, я сказала, выложу вам еще обязательно пост. Если вкратце мы заканчиваем о том, что задание сегодняшнего дня. Мы выполняем наши ежедневные обязательства, читаем информацию про режим дня, ложимся сегодня, девочки, пораньше, с 8 до 10 уже стараемся лежать в кроватках, и обязательно открываем форточки, чтобы было свежее помещение, следим, чтобы был выключен свет, и чтобы организм отдохнул, чтобы были силы для новых действий, для новых свершений, для нового дня. Обнимаю вас всей душой, желаю замечательного дня. Будет побольше в нем радости, счастья, улыбок, неожиданных, приятных событий. Моря счастья, океан взаимной любви. Люблю вас. Пока-пока.